общем составе. Тренер сбрал расстановку. Здесь задача группы атаки. Вывести центрального нападающего на чужие ворота. Начинают в следующем составе. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Тренер сбрал расстановку. Здесь задача группы атаки. Вывести центрального нападающего на чужие ворота. Начинают в следующем составе. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Тренер сбрал расстановку. Здесь задача группы атаки. Вывести центрального нападающего на чужие ворота. Начинают в следующем составе. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Тренер сбрал расстановку. Здесь задача группы атаки. Вывести центрального нападающего на чужие ворота. Начинают в следующем составе. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. У Аякса самая сильная футбольная академия не только в Нидерландах. Воспитала она многих звезд, в частности, сам Йохан Кройф оттуда, Франк Райкард, Снайдер, ну и можно перечислять бесконечно. Аякс на этом живет, это целая индустрия, действительно, большинство звезд Аякс в других клубах, но все-таки таковы реалии сегодняшнего футбола. Аякс продолжает воспитывать очень хороших игроков и потом их выгодно продает. Вперед идет атака, интересно может быть. Навес в центр штрафной. Вратарь справляется с ударом, но мяч в игре. Блин. Класс. Себастьян Алле. Отлично они мяч держат. Отличный отбор мяча.